Славутичан. Сьогодні ми продовжуємо вас знайомити з новообраними депутатами Славутицької міської ради. У нас в гостях сьогодні Сергій Олійник. І традиційно до вашої уваги, вітаю вас, пане Сергію, традиційно до вашої уваги коротка інформація про нашого гостя. Сергій Олійник – політична партія «Опозиційна платформа за життя». Рік народження – 1975. Освіта вища, одружений, виховує сина. У Славутичі проживає з 1995 року. Працює на Чорнобильській атомній електростанції. Депутат 7-8 скликань. Вітаю, пане Сергію, ще раз. І одразу от таке питання. Ви вже не вперше депутат, маєте такий досвід за плечима. Коли ви йшли, власне, в депутати, які були у вас очікування, і чи виправдалися ці очікування, і що змінилося у вашому житті, коли ви стали депутатом? Ну, скажімо так, мої плани в процесі роботи депутатом, і коли я йшов в депутати, прийняв рішення балотуватися в депутати, вони оправдалися. Скажімо так, зв'язано це з тим, що еще не будучи депутатом, я занимался активно своим домом, кварталом. Меня как бы не были безразличны вопросы безопасности, комфорта, уровня жизни как самого, семьи, так и моих соседей. Поэтому вопросами благоустройства я занимался до депутатства. И сложилось в жизни так, что у меня был долгий период, много свободного времени. Скажем так, я посвятил этим вопросам много времени, достаточно удачно в процессе занятия вопросами своего квартала. Я понял, что я больше могу сделать в качестве депутата, чем просто активный, неравнодушный житель нашего квартала. Поэтому, ну, так и сложилось, что, будучи депутатом, мне удалось реализовать все то, что я задумал, все, что я в своей предвыборной программе написал. И в частности, по округу практически все мне удалось сделать, будучи депутатом прошлого созыва. Угу. Про це, про результати ми поговоримо трошечки пізніше, а зараз таке питання. За період минулої вашої каденції, чи вдалося вам розібратися з тим, що ж саме входить в роботу, в обов'язки депутата? Тому що новообрані депутати, вони на початку своєї каденції завжди наголошують на тому, що мені треба розібратися. От вам вдалося розібратися за минулі 5 років? Ну... Здесь ничего нового. На местном уровне депутаты местных рад, основная их функция – это отстаивание и представление интересов своего территориального округа, своих избирателей. В статусе депутата, как я говорил чуть ранее, я имею возможность решать эти вопросы с организациями, установами места, коммунальными предприятиями, поднимать эти вопросы на сессии, обсуждать с коллегами, и обосновывать или, скажем там, убеждать в том или другом правильном решении на мой счет. Да? И это основная деятельность. И требования, проблемы своих избирателей надо решать, выносить на сессию и отстаивать их интересы. Это основная, скажем так, это по округу. Да? Учитывая, что у нас городок маленький, это касается, собственно говоря, и всех жителей Славутича. Не только конкретного округа. Поэтому это основная деятельность. И, собственно говоря, глобальные вопросы, если их так можно назвать, городского уровня, они тоже касаются всех жителей, и депутат должен, учитывая мнение и интересы жителей, их отстаивать и принимать правильные решения. Не всегда они удачные, но стараться принимать правильные решения, чтобы эти все они исполнялись и как результат приносили пользу жителям города. От я, власне, погуглила, як то кажуть, да? І знайшла таке, що до обов'язків депутата місцевої ради входить вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців. Чи проводили ви такі прийоми? І якщо проводите, то де виборцям знаходити інформацію про них? Скажімо так, в обов'язанності депутата є... требования по статусу депутата місцевих рад. Звітність, відповідно, так. Зустрічі з громадянами, прийом громадян. Я, скажімо, ми
Я занимался приемом жителей, встречи проводил, отчетность, ну, годовая, это максимум, что мы писали. А с учетом того, что в прошлом созыве мой округ очень маленький, он компактный, это Белгородский 6 и Невский 4 дома, мне удавалось эти вопросы и обсуждать, и отчитываться, и отвечать на вопросы при непосредственной встрече с жителями. Плюс современные социальные сети, это Viber, это группы домовые, это телефон, и мы живем рядом, и я живу там, где избирался, поэтому всегда возле подъезда, идя с работы, я мог бы услышать вопросы, на что-то ответить, какие-то отчетности. Вот такая вот отчетность. Поэтому у нас был штаб, мы принимали по часам, объявление было и на сайте Мирской Рады. Но я скажу, что со временем перетекло вот больше в такие встречи, в социальные сети. Поэтому. Дякую. На сайті Слободецької міської ради, от ми заговорили про округи, досі немає інформації про те, які території закріплені за кожним з депутатів. Принаймні, мені не вдалося знайти такої інформації. Чи був оцей розподіл і депутатом, по якому округу ви, власне, є, мешканці яких будинків, кварталів можуть до вас звертатися? Ті, що ви назвали, чи якось змінилося? Змінилося. Якщо пам'ятаєте, в прошлой каденции их было 26 округов, сейчас их 4. 4 большие округа. Я избирался по третьему округу. На нем победил. Спасибо своим избирателям за поддержку. Думаю, я оправдаю их надежды, буду реализовывать их, ну, скажем так, ту программу, которую они читали и благодаря которой меня поддержали. А это, собственно говоря, остался тот же Невский квартал. Добавились коттеджи и добавился пятый дом. А у меня Белгородский был 6-й, добавился 2-й, 4-й. Все дома по дружбе народов. Московский 1-й, 2-й дом. Добрынинский, если не ошибаюсь, с 9-го по 15-й. Коттеджная застройка Добрынинского квартала и Невского квартала. Это там проулок, переулок Молодежный, улица Майбутнева, вот этот район. Ну, власне, розширився. Розширився. Список. І, відповідно, стане вдвічі більше там, або втричі більше звернень. Чи справитесь з такою кількістю? Я думаю, по крайней мере, я приложу все усилия, чтобы реализовать эти обращения. Во-первых, я не один, и тот вопрос, который вы говорите о распределении, насколько мне известно, последнее распределение, вот те округа, которые назвал, дома, там еще, правда, добавляются Белгородский 11-й, 10-й дом. Валерий Семенов, вы все ее хорошо знаете, мой коллега, товарищ, если я не ошибаюсь, Майя Руденко. И, собственно говоря, распределение как таковое есть, оно не окончательное. И есть много депутатов, изъявили желание более конкретно определить свои места работы. Но общая тенденция, и, по крайней мере, моей депутатской группы, мы готовы работать и принимать вопросы, и помогать их реализовывать решать проблемы любых жителей, з любых кварталов, з любых избирательных участков. Угу. Ви вже згадували про те, що ви намагалися докласти максимум зусиль для того, аби, власне, задовольнити так запити ваших виборців. От, власне, чи проводили ви аналіз вашої роботи за минулі 5 років, і скільки звернень було, які звернення вдалося реалізувати, що не вдалося реалізувати, і з якими проблемами до вас найчастіше звертались? Ті проблеми, які інтересують жителів нашого міста, моєго избирательного участка, в частності, були відомі ще до того, як я став депутатом. И, собственно говоря, они в процессе депутатства они подтвердились. Это вопросы комфорта, безопасности, вопросы ЖКЦ.
уровня жизни. Ну, и эти вопросы я отобразил в своей программе предвыборной. По округу это было, и, собственно говоря, на тот момент это 15-й год, очень вопросы энергоэффективности, экономии на коммунальных услугах, вопросы безопасности тогда как раз были тоже актуальны, комфорта, учитывая специфику моего избирательного участка Невского квартала, это вопросы внутриквартальных проездов, автотранспорта и так далее. Все эти вопросы были отображены в программе, и они мне практически, мне их удалось все реализовать. Начиная от энергоэффективности, у нас в дом люди живут неравнодушные и очень активные. Мы со своими соседями, одни из первых в городе, мы собрали за свой счет, купили счетчики учета тепловой энергии. А с этим вопросом пришли в ЖКС, в ЖКХ. Они нам пообещали, что проектную документацию, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию этих счетчиков сделать за свой счет. Ну, предложили нам привлечь к этому процессу жителей всего Невского квартала. Собственно говоря, люди очень активно подключились, и мы одни из первых в городе реализовали этот учет тепла. И последующий, уже будучи депутатом, я активно это поддерживал, и город реализовал эту программу по энергоэффективности во всем городе. Что касается безопасности, комфорта жизни, безопасность, да, на тот момент у меня в жизни была ситуация, что к моему ребенку в школу пришел взрослый мужчина, и, собственно говоря, была неприятная ситуация. Я это тоже отобразил в программе, обеспечить безопасность в школах, видеонаблюдение и максимально сделать безопасным проведение времени учебного процесса в школах. И вы знаете, эта программа реализовывалась, видеонаблюдение практически в настоящее время около 80 камер в городе. Можно говорить о разном качестве их, но свою функцию они выполняют в школах, стало намного безопасней. Что касается детей, детские площадки, например, да, я тоже еще не будучи депутатом, обсудил с мамами, с родителями нашего квартала проблемы площадок. Была концепция у нас, мы приняли с родителями решение, что поделим детские площадки на две группы, для старшей возрастной группы, для младшей, чтобы, ну, не было конфликтов, детки, они активные, они могут младших толкнуть, сбить с качели, еще что-нибудь. И, собственно говоря, я даже с производителем связывался, я спецификацию предоставил в ЖКЦ. И мы этот проект тоже реализовали вместе с нашими жителями. Кстати, на тот момент очень активно жители участвовали во всех этих процессах жизнедеятельности квартала. Вот я сужу по своему кварталу. Мы, вы, наверное, тоже помните, в марте уже 16-го года, март-апрель. Мы установили эти площадки, людей было взрослых более 60, дети, чай, кофе, все дружно провели время. И опять же эта идея перенеслась потом на весь город. И мы, я неоднократно участвовал, как имея небольшой опыт в этом деле, в реализации этих площадок в других кварталах города. Парковки. Очень интересная тема. Тоже общался со всеми практически жителями нашего города, нашего квартала. Собрал больше 120 подписей за расширение парковок. Но в моей, в обращении в райисполком, в архитектуру, в планах было не то, чтобы расширение парковок. Вот мы возле третьего дома, кстати, мы его реализовали, а возле первого, пятого я хотел со стороны Невского проезда сделать зеленую парковку. Я, кстати, этих планов не оставил. В программе на эту каденцию депутатскую я тоже писал это. Надеюсь, удастся в эти 5 лет это реализовать. Аналогично возле 6-го Белгородского. На своих участках я, о чем говорил, на округе, я практически реализовал то, что обещал людям.
Угу. Про парковки не можу не згадати цю історію. Я до вас особисто зверталася, мешканка будинку Невський 4. Ви, мабуть, помітили там, що з появою нової пошти, а тепер ще й Славмед додався, там постійно багато припарковано автомобілів. У нас маленький карман, і там, на мій погляд, потрібна парковка. Певні мешканці нашого будинку вважають, що вона там не потрібна. Як вирішити цю проблему, чи можливо її вирішити, зробити там парковку, або можливо ну, розширити якось територію, хоча б для того, щоб там сміття машина могла забрати сміття і не виїжджати по тротуару? Ну, насчет этого у мене появилась недавно, скажем так, другая идея. То, что мы с вами обсуждали, то, что я планировал в бытность депутата прошлого созыва, там карман, можно было сделать также зеленую парковочку, достаточно места. Но что изменилось? Появилась новая почта, реально. Славмед. Я как житель квартала вижу, что это очень большая проблема. Жилая зона, есть определенные правила нахождения в жилой зоне автотранспорта, да, сквозной проезд без... Очень-очень много транспорта. Мы общались с архитектурой. Архитектура нас понимает. С учетом нового законодательства запрещено сейчас строить парковки внутри жилой зоны, внутри квартальных территорий. Поэтому, я думаю, с недавних пор у вас появился там мусорный бак для сбора мусора, да? Кстати, не очень удачно, потому что и вы автомобилист, и я автомобилист, и заезжая со стороны ФОКа, мы не видим пешеходов абсолютно, которые идут вдоль четвертого дома со стороны садика Калинка. Поэтому я... Но проте перенесення цього баку саме в те місце зумовлене тим, що там з'явилось багато автомобілів, і бак, який стояв раніше в цьому невеличкому карманчику, там принаймні звільнилося місце для 3-4 автомобілів. Це так. Но моя ідея в чому заключається? Я хочу обратитися в архітектуру. И с учетом вот этих новых обстоятельств, изменения законодательства, появления новых там организаций, структур, Славмед, да, там, постоянная езда по тротуару возле фонтана, возле ФОКа, да, и принять какое-то решение, и я думаю, архитектура с этим справится хорошо, как-то пересмотреть, может поменять как-то в комплексе это все, с учетом огромного количества транспорта, мусорных баков, там тротуар, там дорога, там организация новая почта. Я думаю, там надо пересмотреть более детально и может даже капитально перепланировать это все, чтобы и жителям местных несколько кварталов четвертого дома было комфортнее жить и не ущемлять, скажем так, организации, которые находятся в нашем квартале. Добре. Якщо оцінити роботу депутатського корпусу в цілому, наскільки ефективно працювали депутати Слободівської міської ради минулого скликання? Я думаю, ефективно. Може, це не отлична оцінка, але удовлетворительно, хорошо, це так. Да. Угу. І що для вас є критерієм оцінки ефективності, ефективної роботи депутата? От якого депутата можна назвати ефективно працюючим і якого неефективним? Тому що ми ж розуміємо, що в принципі не буде такого депутата, яким будуть задоволені на всі 100%. Все рівно його роботу будуть критикувати. Та все ж, на що слід зважити і зрозуміти, що ця людина дійсно працює, а ця просто відбуває свій час, так би мовити. Ну, як вам сказати? Все-таки я вважаю, що ефективність оцінювати можна через некоторе время роботи. Для нынешнего созыва еще рано говорить об эффективности. Что касается предыдущего, я считаю, критерий один. Люди, которые давали какие-то конкретные обещания, программы, это не секрет, у каждого своя программа, она написана, она всем известна. И оценить можно только по выполнению этой программы, в частности, по округу, в частности, по городу. Поэтому критерий оценки только один – выполнение обещаний. Угу.
Ви є членом комісії з питань соціально-економічного розвитку. На мою думку, програма соціально-економічного розвитку, вона є не менш важливим документом, ніж, наприклад, бюджет щорічний, який ми приймаємо. Чому? Тому що для мене це своєрідний план дій на наступні декілька років. Так? Ну, от, власне. А бюджет у цьому питанні, він є якби інструментом для, власне, реалізації цього проєкту. Так? І чи у нас на сьогодні є такий план дій, план соціально-економічного розвитку? І чи можете ви познайомити славутичан з його пунктами, так би мовити? Скажімо так, комісія соціально-економічного розвитку земельних відносин, інформаційних технологій, там дуже довга велика назва, в тому созиві у нас був план стратегічного розвитку міста. В цьому созиві, если вы помните, в начале, точнее даже не в этом созыве, это было осенью прошлого года, программа стратегического развития Славутича представлена была Дмитрием Стельмахом, если помните, на одной из сессий. Глобальная, на много лет программа, связана с ЧАЭС и неразрывно связана со Славутичем, соответственно. Дмитрий является руководителем отдела стратегического планирования ЧАЭС. Он сейчас является заместителем главы комиссии стратегического развития земельных відносин. Программа глобальная, очень глобальная. И... От, власне, для таких, як я, хто не пам'ятає, які там були пункти, от, ну, коротко, хоча б стисло. Я розумію, що це не можна там в двох-трьох словах розказати, але все рівно, от, що там було прописано? Ну, если честно, там достаточно много таких глобальных вещей. Это энергоэффективность, это задействование территории. Мы неразрывно связаны с зоной отчуждения и с Чернобыльской атомной станцией. И, соответственно, в этом направлении все, что касается развития ЧАЭС и зоны, касается нас. Так вот, я вам про ЧАЭС расскажу, что там огромная территория планируется задействоваться под альтернативную энергетику, солнечные батареи. Вы знаете прудоохладитель, огромные территории, которые освобождаются. Развитие технологий в части обращения с радиоактивными отходами. Это новые предприятия, это рабочие места, соответственно, это идет на пользу города. Я в части социального развития нашего города все-таки хотел бы остановиться на таком аспекте, что находясь на территории Челябинской области и относясь к Киевской области, и об этом много сказано, и ваши предыдущие гости говорили, и везде говорят, тут наше развитие неизбежно связано с развитием Челябинской области. Так или иначе, нам надо интегрироваться в Челябинскую область. Или, скажем так, окружающие населенные пункты интегрировать и привлекать и взаимодействовать с городом Славутичем. Поэтому это более реалистично и более, скажем так, в временных рамках можно реализовать, потому что мы как-то упустили этот момент, когда образовались ОТГ, и мы остались одни, а хотя бы могли быть центром этого ОТГ большого. Поэтому я думаю, в этом направлении, что более реалистично, надо развиваться, привлекать, скажем так, населенные пункты вокруг Славутича, интегрировать их в город Славутич, и чтобы они пользовались нашей инфраструктурой. И вот только так, потому что мы одни на территории Черниговской области, вот таким анклавом, наверное, у нас перспектив мало в ближайшем будущем. Я не просто так сказала про те, що бюджет – це є своєрідний інструмент, тому що існує така теорія, щоб, власне, програма соціально-економічного розвитку була реалізована, то в неї не потрібно включати пункти, на які фінансування не передбачено або передбачене за залишковим принципом. От, власне, можливо, дійсно нам слід перестати, да, строїти якісь глобальні плани, а перейти до якихось маленьких, але шажочків, які приведуть в майбутньому дійсно до розквіту Славутича.
Ну, на то она и программа стратегического развития. Там надо указывать и, скажем так, отображать планы или проекты, которые могут и не реализоваться. Может, на них и деньги не будет. Но она на долгую перспективу, и есть первоочередные задачи, есть... Все міняється. Повторюся про те, що якщо ми будемо мріяти досить глобально і коштів у нас на це немає, то вони нам не впадуть з неба. Да? І навіщо тоді строїти такі плани, якщо ми можемо щось більш реальне зараз втілити? І розвивати наше місто тут, сьогодні, зараз, а не думати, що там буде в нас через 10 років. Можливо, нам вдасться, а можливо і не вдасться. Ну, не вдалося. Ви праві, звісно. Ближайша перспектива, треба реалізовувати, звісно, скажімо так, ті болезненні питання, актуальні для нашого міста питання, і які, як ви правильно сказали, можна реалізувати. Опять же, повторюсь, це... Медицина наша – это первоочередная задача, на мой взгляд. Мы в настоящее время, на мой взгляд, имеем неплохого руководителя. Я имел честь работать немножко в их комиссии по развитию медицины. Я вам скажу, что планы… Глобальные? Не глобальные. Планы, они реальные, приближенные к жизни. И поменялась концепция, то есть медицина для человека, скажем так, что нужно человеку. И если в этом направлении пойдет и будет это реализовано с учетом, вы, может, обратили внимание, депутатский корпус всегда и финансово поддерживал медицину в городе. Поэтому здесь более реалистично и найдутся, я думаю, деньги для реализации. Мы должны немножко развиваться, хотя бы сохранить то, что есть. И персонал у нас сохранен в настоящее время. С учетом ситуации в стране и в мире это вообще актуально. Поэтому медицина – это основное. И, на мой взгляд, его реально реализовать, укрепить, развиться. И в какой-то степени может... і створити конкуренцію Чернігову. Заговорили про медицину. От чому, власне, зараз така ситуація, що лікарі, вони переходять більше якби в приватні клініки? У Славутичі, принаймні. Чи не здається вам, що оцей план розвитку, який ми зараз обговорюємо, щось плануємо, в принципі, за 5 років у нас взагалі не буде комунальної лікарні, у нас буде лише Славмед. Ну, як вам сказати? Або ще якісь клініки з'являться. Взагалі, ситуація в країні сама по собі така. Да? У нас огромне, просто огромне кількість уїхало в Європу людей, медиків. Це велика проблема. И человек ищет, где лучше условия, где более достойная оплата труда. Мы пока не можем конкурировать, я так понимаю, с Европой. Но на уровне города я все-таки думаю, что у нас есть шанс сохранить тот персонал, который есть, привлечь молодых, найти источники финансирования для... поддержание этих молодых работников. Мы в том созыве и насчет жилья есть программа, и даст Бог, она будет реализована. Потому что молодому человеку, приехавшему после обучения на новое место, и жилье надо, я уже не говорю о достойной зарплате, но жилье, чтобы как-то стартовать. Что касается Славмеда, это хороший профессионал или состоявшиеся люди. Они приняли решение заняться частным бизнесом. Я думаю, это их право и успехов им. Ви вже згадали про те, що наше місто пов'язане з Чорнобильською АЕС. Ви є працівником станції, і з огляду на те, що з кожним роком відбувається скорочення на станції персоналу, ви як працівник відчуваєте стабільність, захищеність в майбутньому? Чи все ж таки є побоювання, що там на сьогодні-завтра можете залишитись без роботи? І взагалі ваше ставлення до ситуації з безробіттям у місті Славутичі? Что касается меня, как работника Чернобыльской станции, я работаю
на новом объекте, объект по обращению с радиоактивными отходами. Он только начал работать, я участвовал в его строительстве, вводе в эксплуатацию. Сейчас ведущий инженер этого завода по переработке жидких радиоактивных отходов. Поэтому, что касается меня, моих коллег, коллег с моего подразделения, я думаю, пока опасаться нечего. То есть это работа, работа на многие годы вперед. Якщо говорити про інших? Таких же объектов, вот я говорил про, ну, про стратегический план развития, да, он неизменно связан с Чернобыльской АЭС. В зоне отчуждения огромное количество перспективных их новых рабочих мест в части. Это объекты по обращению с ядерным топливом, по захоронению радиоактивных отходов и другие, ну, специфические, ну, с этой спецификой обращения с радиоактивными отходами. Предприятий в зоне отчуждения достаточно. Люди, имеющие соответствующее образование, имеют возможность туда устроиться. Это не касается самой Чернобыльской станции. На самой Чернобыльской станции пару объектов функционирует по обращению с РАО, а остальное это, на данный момент, я так понимаю, около 200 человек на станции. И молодые специалисты, кто уходит, кто приходит. Что касается города, я вам скажу следующее. Много говорят про инвестиции, рабочие места в город. Я бы сказал, что наши люди немного избалованы. Избалованы в части уровнем оплаты их труда. Поэтому не всегда люди, оставшиеся без работы, славутичане, готовы работать на тих условиях, які зараз реально є в місті. Поэтому... Якщо б ви залишились на даний момент без роботи, ви б пішли на посаду, де оплачують працю там 6, 7, 8 тисяч гривень? І чи вистачило б вам цих коштів, ну, жити так, як ви живете зараз? Це таке досить, можливо, некоректне питання, мені але все рівно. Сказати, якщо казати про ізбалованість, так? Да? Мені складно сказати, я чому сказав про ізбалованість. У моєї сім'ї є небольшой частний бізнес. І займається там моя дочь цим вопросом. Це її предприятие, її бізнес. Я як приймаю активно в цьому участі. И зная ситуацию, вот я вам и говорю, что мы нанимаем людей из Чернигова. Потому что славутичане хотят очень высокий уровень оплаты труда. И им, наверное, проще стоять на бирже труда, чем... Поэтому у нас очень, ну не очень много, у нас люди приходят и работают, и снимают в Славутиче жилье, и они сами из Чернигова. Вот поэтому я сделал, и я надеюсь, что если у меня не сложится со станцией, то я найду себе место работы. Ну, в цілому, от ви, ваше ставлення, в принципі, в Славутичі можна знайти роботу, так? За бажанням. За бажанням. Було б желання, і роботу знайти можна. Другий вопрос. У нас є центр зайнятості. Я би от, скажем так бы, хотел, чтобы они более активно занимались вопросами трудоустройства граждан. Потому что, как правило, и мы с этим столкнулись, люди сами, стоя на бирже, находят себе работу. А потом приходят, оформляется это. Я ничего к ним плохого не имею, к сотрудникам центра занятости. Но с учетом ситуации надо людям помогать, и имея их ресурсы и возможности, я думаю, они могли бы более продуктивно работать и помогать большему количеству людей. Добре, дякую. І наостанок таке питання. Чи є, на вашу думку, майбутнє у Славутича, і яким ви бачите власне місто за 5 років? Майбутнє є. Я в это верю. То, что мы открыли в городе предприятие, моя семья открыла предприятие, она зарегистрировала, перерегистрировала с Киева в Славутиче мероприятие. Мы намерены здесь жить. Я в это верю. И я думаю, что в ближайшие 5 лет
наверное, мы, депутатский корпус, приложим максимум усилий, чтобы жителей наших убедить в том, что у нас все впереди, у нас хорошие перспективы. И, как вы правильно сказали, майбутнє буде і буде гарне майбутнє. Я в это верю. И, честно говоря, я пока что мало людей встречаю, которые разочаровались и, скажем так, не верят в будущее Славутича. Все-таки у нас жители, ну, и все-таки они патриоты своего города, и мало людей, которые готовы собраться, покинуть город и не видят в нем перспектив. Но, опять же говорю, это и от властей города, от депутатов, от жителей тоже зависит, какое будет будущее нашего Славутича. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо. Я дякую вам за розмову і глядачам за увагу. До побачення. Всього доброго. До свидання.